Островная столица стала местом проведения чемпионата Дальнего Востока по дзюдо. Учебно-тренировочный центр «Восток» собрал около 80 борцов из 10 регионов. Они соревновались в 13 весовых категориях среди мужчин и женщин. Лучше остальных это удалось гостям из Приморья. Они выиграли 10 медалей, 3 из которых золотые. Сколько наград забрали сахалинцы, знает мой коллега Влад Французов. Дальневосточный уровень – ступень, до которой добирается далеко не каждая. Юлия Аман из Сахи и раньше покоряла эти высоты, но с апреля вынуждена возвращать позиции. По словам девушки, полгода без тренировок и выступлений сильно сказались на ее кондициях. Вот только на чемпионате ДФО это отражение не нашло. Якутянка взяла золото в весовой категории до 70 килограммов. Сейчас я больше занималась весом, чтобы войти сюда, а дальше уже будет набор формы. То есть сейчас форма у меня далеко от даже хорошей формы. И у меня есть большие планы войти в сборную, именно в тройку. Так что планы большие. Тут я проигрывать точно не собираюсь. Женское дзюдо на Дальнем Востоке пока остается не самой конкурентной дисциплиной. Это отмечают и во Всероссийской Федерации. Не хватает популяризации вида спорта среди девушек. Заметно такое положение дел и на чемпионате ДФО. Здесь из 80 участников представляют прекрасный пол только 20. Эти 20 человек должны быть разделены на 7 весовых категорий. То есть, ну, сами понимаете, какое количество там весовая, тяжелая весовая категория. Один человек, 78 вообще нет. А вот, и ну там по 2-3 человека в каждом весе, ну, очень грустно. Сахалинки в родных стенах остались без медалей, зато не было равных островитянам в мужской части турнира. Там хозяева площадки собрали больше всех наград – 9. Убедительнее всего они выглядели в весовой категории свыше 100 килограммов. Это идет отбор на чемпионат России, который пройдет у нас в Сочи, в спортивном комплексе «Сириус». И, конечно, мы на сегодняшний день отбираем лучших ребят, которые представят наш Дальний Восток. Краснодарский край примет дзюдоистов со всей страны 16 октября. От Дальнего Востока делегируют около 25 человек. К берегам Черного моря полетят по 2 спортсмена из каждой весовой категории. Согласно опубликованным протоколам соревнований, в списке 3 сахалинца. Итоги турнира подведут 20 числа. Влад Французов, Иван Гамзов, Андрей Лангерман. Сонц ТВ.